Знаете, что я точно не хочу забыть, как мы все мы? Про усыновление. Знаете, поговорим? Потому что такая своего рода годовщина, сейчас же, так сказать, закон Земляк, назвали дурацкой. Вот. И в «Открытой России» интервью брала у женщины, которая сама, у американцев, которая сама, в свою очередь, установила группу наших мальчиков. И она говорит, Путин, давай с тобой встретимся, поговори, приезжай в гости, посмотри, дети живут, все отлично, в общем, проблемы нет никакой. Ну, это было не человек, знаете, что спрашивает? Я их тоже конкретно про этот кейс, а можем, в принципе, пользу от расследования. От того, что... Лучше от лучшей пользы, а то противство получается не пользу. Нормально сижу? Да? Да, хорошо. Куда смотреть? Не видите, нельзя никто. Всем добрый вечер, в эфире Москвы, канала «Тебя» и программа «Особое мнение». Сегодня мой гость, писатель Виктор Ерофеев. Меня зовут Алексей Ляшкин. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы можете принимать участие в нашей программе, присылая вопросы на номер смс плюс 7-985-970-45-45. СМС также Твиттер-аккаунт вызван, но и для тех, кого нет трансляция от «Тебя», и вы можете воспользоваться сайт «Мэк Москвы», где есть трансляция от компании «Ситивизор», и с помощью специальной формы тоже можете прислать свой вопрос Виктору Ерофееву. Я хотел вас спросить про тему, лучше извините, потому что она не слишком свежая. Ответ Юрия Чайки, генерального прокурора Алексея Навального, который на фоне деревни, мы все помним, опубликовал расследование, посвященный родственникам Чайки. А вообще, как вы считаете, насколько правильно с точки зрения Чайки отвечать Навальному и таким образом дополнительно поддерживать эту тему? И насколько правильно вообще с точки зрения Алексея Навального эту всю историю передавать огласке, потому что мы же понимаем с вами, что отставок каких-то не будет, из серьезных каких-то движений во власти тоже не произойдет. Ну, не понимаю, как это уже не произойдет. Я не все-таки не случайно, и хотя теория заговорок не моя тема, тем не менее, мне кажется, что все-таки есть слабые места, и они у каждого, человека, а тем более крупного чиновника, а здесь еще дети только оказались интересные. Конечно, история европейская. Не знаю, какого что-то Алексея Навального, я не буду, а потом у него я только ваше персональное собрание. Но что, это все было понятно с самого начала, то, что всегда найдется какая-то важная какая-то крыша для того, чтобы эти исследования расследовали по суше и песок. Но тем не менее, сам свидетельство того, что такие расследования еще с вами пойдут, они более значимы, чем сами расследования. Пока еще, так сказать, ярко красный, а ярко желтый. Как нам пишут, что на СМС это может быть означать, что еще не выпущен кислород из страны? Ну, может быть, он уже не выпущен, но еще не накачан кислород. Вообще, так сказать, просто оставить какие-то остатки воздуха. Мне кажется, что действительно выкачивать кислород, или как ты называешь, тот воздух, который мы дышим, совершенно не нужно власти, как бы она ни была, потому что это очень быстро проявится против людей. Собственно, их не скрытся с этим воздухом глотоку воздуха. Так что мне кажется, что власть, если она не потеряет какую-то разумность, что тоже бывает с нашей властью, она должна сохраниться и для расследования, и, в общем-то, держать чиновников страшки, это же не обязательно только со стороны власти, еще не может быть как в нормальном обществе со стороны журналистов, со стороны честного мнения. Что-то тут происходит. Я могу только пожелать власти, чтобы они
Ладно, как политик, кто ближе, Алексей Навальный или Михаил Ходорковский? Они мне оба не очень близки. Мне кажется, что Михаил в том уровне какая-то либеральная наивность. И дело в том, что беда нашего общества, беда нашей страны заключается не в искупчении власти, а в том, что у нас, конечно, страшно хаотическое сознание народа. И это гораздо более серьезная проблема, чем проблема власти. А недавно сознание это нравится. Это не только у нас. Вообще недавно сознание никогда не является очень ничего критического по отношению к большому происходу. Вот, может быть, последний, кто открыто сказал о том, что нас ждет, это был Артурий Газ, показал, что народ больше радует фашизму, в Испании так случилось, да вообще, но с ним не учёт. Когда вот политики очень милые, наверное, люди, да, я, по крайней мере, Максим Иванович, мне кажется, сильный и интересный человек, вот, милый, то тогда, какой я человек, это тот самый электорат, а электорат вот такой, как есть. Тогда непонятно, на кого опираться. Тогда нужно, наверное, придумывать такую историю, с которой выдуманного простого человека, да, такого маленького человека. Вот оно выдумано, такого не было. А тут выдумывается какой-то хороший ресторан. Это лечится. Но если это не стоит правда проблемы, то это болезнь на загоняние очень глубоко. И поэтому мне кажется, что эти ребята, конечно, не очень. Вот у нас много было с Немцом, у нас много было споров, боли это как-то больше позволяло. Ну вообще как-то вот сейчас видно, что мы короче больше живой жизни. Реально больше. И мы вместе видели, как бы так, туда-сюда. И это было ощущение, что он выше, чем парень, он человек. Вот тут есть вопрос. После убийства Немцова российское несистемное развитие на Зеленграде остались какие-то достойные представители, по крайней мере, люди, которые отвечают вашим интересам? Нет, конечно, с убийством Немцова оппозиция, конечно, была, ну, я бы так сказал, просто не это были. Было бы совершенно правильно. Я бы как-то так безумно говорил, что среди оппозиции нет интересных мнений. Конечно, есть, они честные, интересные, и я уверен, что это сделает замечательно для нашей страны. Но вот я думаю, что есть этот тренд о том, что, знаете, вот у нас власть сошла с ума, понимаете, вот это поступка, да, вот, значит, Путин и вся власть сошла с ума, конечно, ничего. Они говорят, да, молчать, поиск на всю сторону, значит, а и мутит народ. И это всем правильно. Они не сумасшедшие, они романтики, это только нас говорил о том, что у нас появился грузийский романтизм, который возглавил наш президент, вот он такой мутит, очистил самоубийство от пыли 19 века, выставил это все и двинулся в Украине. Здесь он, кстати говоря, лезет к либеральному сознанию нашей оппозиции, народ у нас сам включение. Но вот этот романтизм политический, он никак не связан тоже не безумно. Это просто вот у нас все равно тоже было вот такой конверсный четвертый момент. На начальном периоде карьера лежит вообще огромная плеча. Романтизм потом как-то туда-сюда, но все-таки до конца остался. И были романтиками очень много авторитарных людей в других странах, тоталитарных тоже, да? Вот, поэтому не то, чтобы это было исключение, но тем не менее с этим надо считать. Вот это сумасшедшие, а это прекрасно, вот они все говорят. Оккупации, да? Ну, так и называется, детский сад своего режима. Ну, и все это как-то не работает. Я думаю, что это...
так ничего не решили. И эти ребята, которые там сидят на верховной игре, тоже глупые. Я же не понимаю, что мы давно уже расстались с нашими мечтами. Это шикарно, как многие германцы, и синезоры, словарь, а все остальное. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, а потом на особенном мире сегодня писатель Виктор Ерофеев. Эхо Москвы. События и комментарии. В четверг после 14 часов программу «Дневной разворот» ведут Дарья Пищева и Андрей Кузнецов. Говорят, женские голоса очень похожи, и различить их бывает совсем непросто. Мы Дарья Пищева и Екатерина Попова пытаемся в этом помочь. Каждую неделю вместе с вами выбираем самые важные события с участием женщин. Гость программы «Особое мнение» – журналист Максим Шевченко. «Особое мнение» в четверг после 19. Блок аут. По четвергам после 20. Новости благосферы. Лучшие комментарии к событиям недели. Звездные блоги и главные блогеры страны в программе Ирины Воробьевой. Блок аут. Каждый четверг после 20 часов. В этот четверг в программе «Дилетанты» обсуждаем тему «Что такое гражданская война? Испания в 30-е годы». Гость передачи – доктор исторических наук Александр Шубин. «Дилетанты» в четверг после 21 часа. В этот четверг эксперты программы «Кейс» Юрий Мусман и Юрий Кабаладзе. «Кейс» в четверг после 22 часов. В ночь с четверга на пятницу с 0 часов до 2 часов ночи слушайте программу «Один» с писателем Дмитрием Быковым. Не пропустите «Один» в ночь с четверга на пятницу после 0 часов. Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОСТ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше». Вы слушаете «Эхо Москвы»? Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. Эхо Москвы еще раз зачитает номер для смс плюс 7-985-970-45-45 и вызван аккаунт Твиттера. В центре событий «Эхо Москвы». Радио «Эхо Москвы» и компания «Артиллерия» представляют программу «Особое мнение». Программа «Особое мнение» в эфире Москвы и «Артиллерия» продолжается. Мы сегодняшний гость, ваш гость Виктор Ерофеев, писатель. Я неспроста спросил вас, попросил сравнить Мануэла Ходорковского. Ходорковский вторую неделю подряд говорит о революции, о праве народа на восстание. Сегодня об этом писал в контексте предложения переделать конституцию российскую. Как, по-вашему, меняется власть в России? Ждать ли каких-то вот революций вот этих или, может быть, выборы все? Это не такой ответственный вопрос, потому что, естественно, значит, что будет. В общем, до сих пор, надо сказать, русская история стала в такой маятник. Один большой историк в Европе, другой в Азии, и так вот, если взять кто-то, например, с Петра Первого, то прямо точно один царь за другим, а с царицами, начали сковорить в другую сторону. Но дело в том, что приходит момент, когда тот, кто стоит в голове, начинает понимать, что маятник качается, и другому надо найти. А при таком хорошем окружении, если вы только можете на оценку выбрать того, который получается, то и это
что долго не продолжили. Ну, если не тяну, что именно действительно у вас всего руков, у нас очень помогают с этими местами, где и везде, и понятно, что разбираются, у нас есть у нас страна, которая вообще совершила государственную переоборудование в 1917 года. В общем-то, конечно, было бы странно рассуждать о том, что таких революций не должно быть, потому что наша революция вообще все переворачивает насквозь. Но мне кажется, что я бы выбрал, конечно, испанский путь, или польский путь, то есть 9-го года, испанский путь после. После смерти Франка, да, надо сесть и обрабатывать психологи, и эти страны будут сохраниться. Хотя, конечно, и в Испании больше есть огромное количество проблем, но тем не менее, теперь я бы не подал путь не потому, что я вообще покупал кого-то из тех, которые подумали, а просто потому, что бежать страну, да, уже людей, зачем отпускать это, это было неправильно. Конечно, так теоретически будет идеально, что такая красивая вещь, которая не делается. Но это же все не так, особенно в 1905 году. Мне кажется, что не договаривается. Да, договаривается с этими людьми, которые неприятны, которые не хочет договариваться. Так это не может быть, когда вы маленький, когда вы видите, что это не спорта. Все перебирали времена президента. Ну или все-таки Путин?
их были механизмы лучше. Были все механизмы, были лучше запущены. Гораздо сложно, просто потому что действительно тогда будет обучитель президент, понимаете, то есть просто луна только месяц президентства, я имею в виду месяц, неизвестный месяц. Нет, я вот, однажды, когда был такой случай, там интересно было, случилось на оборудовании, я был впечатлен, что это человек интересный, яркий, умный. У меня осталось самое впечатление, и я там еще до того, как я стал президентом, мне это сохраняет. И поэтому все это выбирало вообще как-то людьми и не выбирали, но конечно, там все-таки будет связано с тем, что все-таки главного человека на государстве, и на государстве, и на государстве, знаете, еще тоже не было на фоне просто
Москвине в отношении с Турцией запрета до следующего года импорта турецкого продовольствия. Коммунальная техника вышла на сплошную противогололедную обработку из столицы. В мэрии просят автомобилистов в условиях снегопада быть предельно внимательными на дорогах, а также соблюдать правила дорожного движения, скоростного режима, с пониманием относиться к проходу колонн коммунальной техники. Ранее гидромедцентр предупредил о том, что в ближайшие сутки в Москве выпадет до 5-6 см снега, ожидается метель и порывистый ветер. В Москве за 3 днем ожидается также небольшой снег, максимальная температура при этом составит минус 4, минус 6 градусов. Я в широком службе информации, это Москва. Реклама. Алло, ой, даже подходите, мягкие, комфортные, все выглядит как хочешь. Вася, у меня тут кондиционер, так мать. Походу, установил себе райскую. Алло, Костя, у меня коробка автомата и полный. Это не стало. Просто песня. Алло, мужики. Ничего, что все, а в одной машине едет. Что ты делал, что в голове укладывается, что все там в одной машине. Тогда полный вперед. Mercedes-Benz представляет Vita Tourer. Вы знаете куда, он знает как. Подробнее в МБ Измайлова. 8-495-66-5-0. Пока многие из которых оставались скидки, мы наши скидки накапливали. Беспрецедентная новогодняя суперскидка на продаленты в элитном квартале Сады Пекина на Маяковке. Самый ближний инвест. Пойдем декларацию с улицы на сайте pekinkans.ru. Побудь с новым интеллигентным годом. Чем я отличаюсь от других смартфонов? У меня есть 4G. Отпускай тормоза. Погнали! Ю-ху! Мадонна! Робки! Кино! Прямо сейчас! Деньги! Оденьте! Мадонна! Если смартфон не 4G, Новый ноу-хау, смартфон 4G, кредит без первого взноса и либо. Но если вы хроники ноу-хау, то написать скайпом. Вы же везите его на свой, Столица эпицентр, и кто-то думает, что все решается здесь. Но решаются ли здесь твои проблемы? Проблемы решают в НДР. НДР сегодня – это 2400 отделений во всех регионах страны. Это опыт и молодость новой России. Делай историю своей страны. Слушай НДР на Эхо Москвы. Компания-застройщик «Ресторгест» объявляет о старте новогодних условий на новый жилой комплекс «Квартал 38А». Уникальное предложение на двухкомнатной квартире. Подарите себе домашний уют в новом году. Внимание! Сроки акции и количество квартир ограничены. Узнайте подробности уже сегодня. Инвестиционно-строительная компания «Ресторгест». Телефон 495-935-1411. 935-1411. Проектная декларация на сайте rstmos.ru. Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Продолжаем наш эфир. Еще раз добрый вечер. В программе «Особое мнение» сегодня, кстати, Виктор Дерофеев. И мы с вами в интервью говорили про Алексея Кузьмина, с которым будет вкусно с победами, так что с безумными людьми. У вас не так же впечатление произвело. Ты человек, как пошли без него на сайт, если бы своей кандидатурности. И за что добился, я спрашиваю, а вот откуда вы вообще чувствуете себя какие-то президентские амбиции? Видите ли его вы в этом кресле президента? Ну, надо сказать, что я достаточно с человеком один раз разгадывать все его тайные намерения. Ну, просто он умный, интересный человек. Кстати, как я не верю, просто единственное, что могу сказать. А что и как, и какая карта тут уже не говорят, потому что подковерная борьба, она что-то получится. Я единственное, и это так совершенно просто. Просто хочется, чтобы страна развивалась нормально, в русле человеческой, да, общей части, человеческой цивилизации, чтобы не было того, что мы последние 2-3 года это просто бред, это, который кончается тем, что огурцы дорожают. Но сейчас это смешно, да, подорожают огурцы, вот помидоры, вот ха-ха-ха. Дело-то в том, что это начинается с этого, а кончается тем, что просто возникает очередь, возникает нехватка лекарств, здоровье сильно падает, и вообще начинается коллапс. И вот это, кстати говоря, хотел бы не допустить, и это не призыв какой-то, не то, что это просто желание того, чтобы в стране было что-то нормальное. Вот это нормально становится все меньше, и меньше, и меньше. Вы на себе почувствовали повышение, скажем, вот, инфляции 12,5% с начала года? Почувствовал.
Моя жена еще где-то года 4 назад вообще как-то шла в магазин, решительно покупала. Теперь она говорит, знаешь, там, говорится, кусается. А ты здесь, ну, вообще, я лично все почувствовали. Почувствовали еще раз почувствовали. Но дело в том, что это какая интересная альтернатива, ведь небольшое количество людей, которые считают, что чем хуже, тем лучше. В том смысле, что если не так хорошо, как мы любим, так лучше тогда пусть это будет настоящий боксерский бык, потому что в эти условия мы победим тех, которые хотят, чтобы окопленную цепь носили там кофе. Вот такая вот история. Я не думаю раньше, может, в будущем. Мне кажется, что все-таки игра в выживание лучше происходит на каких-то внесреальных спектах. Вот сделать лучше, а потом лучше надо. Вот там кто-то потрясный дом тоже сделал, взяли, все попало. Недавно, по-моему, глава Ростеха Чензер показывала на Путин, наверное, наших лошадок. Это такое очень большое устройство, как вспоминаю, фотографии. Кстати, про Путина, судя по вашим местным отзывам по медведям и Кудрине, Путин вообще какой-то не очень хороший человек, просто, наверное, вы с ним не обедали. Кудрин или Путин? Нет, Путин. Потому что Кудрин с Кудрином не восхищается. Нет, ну, как мере, ваши слушаться. Я больше покоен политиков, но просто надо же все-таки думать о том, кто что делает там на шампасе или разницу, кто в рулях. Не, ну с Путиным встречаться один раз в Париже, у нас был разговор на Париже, когда я пришел как-нибудь книжки, чем сейчас так. Это было интересно. На Марию сейчас прям в эфире рассказывать. Да нет, тизер. Я думаю, что нет, это было на самом деле интересно, когда Ширак решил взять презентацию мне, конечно, Сталин, я просто так, да, а Владимир Владимирович оказался рядом, да, все эти переживания, а что там, книжки, чего как-то все. Я думаю, что это надо писать, как я напишу, будет интересно сейчас. Придется потом зачитать. Кстати, президент российский завтра будет выступать перед россиянами в традиционном формате, называется пресс-конференция. Обращаюсь, выборы в итоге на культурном года. И вопрос вам прислал Виталий, какие вопросы хотят задать Путину? Я уже давно не хочу задавать вопрос Путину, потому что... Кстати, в сегодняшнем эфире второй вопрос, потому что в этом вопросе получается, что в принципе, так говорить, что мы
еще не готовы были обойти никакие отношения. Поэтому, безусловно, заложили эту ситуацию, которая сложилась, когда нам все надо снять, что существует один страшный враг, Америка, который вообще майданский устроил всю эту антифинскую заварушку. Особенно эти станции Европа не захотела, но они заставили Европу расправить кровь. Это вообще все такое, это американцы, это супернация. Они просто могут вернуться, охранять заражение, и все завоевается. Они теперь расставили так, как будет страдать бедные воспринимаете, и как это все подражает. Поэтому я не вопрос, потому что там все путь Америку и думаю про Америку. Большое и маленькое, и умное, и глупо, все во всем виноват. И мы с вами тоже из-за того, что это не нравится, может быть, заинтересоваться, тоже виноват. Когда Россия и США, как говорится, или у нас не приедут вас? Ну, вы знаете, я считаю, что американцы делают какие-то интересные шаги, то, что Керри пошел по Арбату, я считаю, что это правильно. Действительно, раз пошел по Арбату, а не сидел в банке и Путин. Но это уже говорит о том, что есть желание где-то выйти из этого положения, несмотря на крайне кажется, что очень оскорбление, которое Америка получила, то есть реально оскорбление, это крюков лицо. А мы от Америки получили санкции, правильно? Да, они получили санкции за то, что они, как они, обладают терминатным знанием права. Вот, они, в принципе, получили санкции за то, что они просто заслужили. Не борзили. Мы не говорили, кто заслужил, не заслужил. Тут знанное право, как сказал Путин, обладает на своей силе. Так что тут, наверное, есть разные трактовки. С другой стороны, они опираются на право, а мы опираемся на то, как сказал Путин, когда я последний раз видел на этой самой изменяющей парне, то есть на красной парне, в Алдарской форме, она мне пригласила что-то такое сказать, литературу, что я сделал. А я посмотрел, послушал, и вот примерно президент сказал, вот мы цитируем не точно, но смысл не такой, что вот мы духовные, мы, кстати, божественные, стремление, как-то вот честно, правительство. А вы, которые назвали себя на конце отвечали, а вы, для вас главный интерес. Ну вот, то есть мы хорошие, а это вот такое, главное такое. Вот, и это не успел, это так может быть зачитать. Но получается, мы всегда так все сказали, ну куда бы мы кто такой, вот такой. Я желаю что терпеть не могу, вот то, что вы пишете, вообще, ну ладно, говорю сейчас просто сильно. Ну так же не делать, если ты, идешь огромный батик, объявляешь о том, что правила Ленинградского приворотника, главное правило, что надо быть первым, даже я хочу, чтобы ты на то не видел. Если повороты игра в политику, игра в научные миссии, это разные вещи. Так все мешается, посмотрите на это, интересно дело. Кажется так вообще, что такой интеллект, потому что от интеллекта гораздо странно, очень странно. Мы с вами до конца эфира не снимем, к сожалению, осталось всего лишь полторы. Я хотел бы, поскольку у Путина у нас вопросов нету, наверное, последняя, наверное, тема. Несколько лет назад на такой же пресс-конференции Путина засыпали вопросами по поводу антисоветского закона, по вашему параллелю уже ограничения на иностранную самолюбие, чтобы американцев снимать. Есть, с одной стороны, есть некие позитивные тенденции, да, что все разрешается, может быть, разрешить американцам участвовать? Я не знаю, разрешить всем тем, кому есть доверие, и кто может послушать, что доверие должно считаться, хотя бы ответственным, так называемым. Я хороший человек, который вообще все это знает, все понимает, это очень интересно. То есть профессионал в деле, то есть воспитание детей. Я считаю, что просто есть вещи, которые у нас нет, и есть особенно, если это дети, и вообще отношение к
потому что и как поступить, и что делать, если мы говорим, хорошо, и тяжело, по сравнению с нашими детьми. Даже тоже, естественно, мы не скучим так, надо умеем заказчиком оптимистическим методом. А вообще, это закон не то, что это обидка, это вот следует обиду делать, а вот за это все обидеть. Мужчина не такая обидка. Писатель Виктор Ивакиев в программе «Собрание» в эфире в Москве и телеканала «Связь». Спасибо. Эх, это вот и вот вместе с вами. Что вы знаете, мне недосказанность осталась. Да, это за мной. Раньше меня съедили, не возлагали надежды, и я правда вам. Причина года с Григорьевичем после работы. Суббота.